Вот этими вещами сейчас занимается каждый, кто понимает суть интернета. А суть-то такова. Прежде чем купить, необходимо понять цену. А как цена образуется? И снова интернет. А вот теперь, поняв цену, нам бы ее купить. И возникает вопрос. А как из Магнитогорска купить машину в Курске? Но это не для каждого. А как посмотреть машину в магнитке? Так вот как. И в очередной раз мы вам показываем автомобили. Но самый крутой автомобильный рынок – это Левобережный. Тут, конечно, сори, я вам могу и другие авторынки показывать, но дешевле, чем здесь, не получается. Потому что здесь автомобили еще и дешевле, чем 100 тысяч рублей. Кстати, я очень люблю такие машины и покупаю. Потому что я же автолюбитель, я еще их восстанавливаю, машинки. То есть я могу купить машинку за 70 тысяч, сделать ее, воткнуть все новое. Потому что я знаю, как это все дело купить. Вы что думаете, там лажу по магазинам, которые продают запчасти? Зачем мне это надо? Я интернетом занимаюсь. И мало того, я еще и владею английским языком. Так что, ну вы понимаете, да? Вот, а потом продаю. Почему и нет? То есть хорошая машина в отличном состоянии и на продажу. Но не всегда же мне хотелось бы сюда ехать. А хотелось бы посмотреть машинки. Так вот, есть такая возможность. Авторегион 174.ru. Залазите, смотрите и покупаете. И причем и дорогие, и недорогие машинки. То есть машина вам понравилась, а хотелось бы посмотреть. А где? А здесь же, на Левобережном рынке. У нас есть свой сайт. Мы предоставляем полный пакет услуг. То есть мы продаем вам автомобиль, заведомо он чистый. То есть по кредиту, по ВИНу мы пробиваем. То есть все услуги по арестам. То есть мы это все делаем. То есть вы покупаете автомобиль 100%. Ну, 100% он чистый. То есть чистый в каком плане? То есть он не битый, мы его проверим. У нас есть эстакада, у нас есть свой сервис, у нас есть мойка. То есть мы предоставим все услуги, которые, ну, будут удобны покупателю. И, конечно, интернет интернетом. А вдруг что-то не понравилось? Так есть выбор-то, к слову, о выборе. Да, понятен день, да, воскресенье, но понятен результат. За искомую сумму вы можете машинку-то себе и подобрать. Я бы хотел, не выходя из дома, посмотреть, которые машины у вас продаются. Это возможно сейчас сделать? Да, конечно, вы можете зайти на наш сайт и посмотреть всю машину. У нас в течение недели мы каждый там раза в два выкладываем все машины, которые у нас стоят на сайте, на рынке. Я смотрю, вот мы сейчас смотрим ВКонтакте, да? А есть ли другой сайт, который работает для вас? Вот наш официальный сайт. Здесь размещены вот все машины. И я посмотрел эту машину, посмотрел, в каком она состоянии. И потом уже, после того, как я посмотрел, я могу сюда приехать. Конечно, там указан номер телефона собственника, вы можете с ним созвониться, договориться о встрече. И он уже приедет за всеми документами, покажет машину свою. А, то есть, может быть, да и не выходите из дома, правильно? Да, конечно. А как вот сделать так, чтобы я свою машину показал на вашем сайте? Потому что у меня есть машина, которую, ну, надо продать, почему бы и нет? А вы можете у нас на рынке ее оставить, мы сами ходим, фотографируем и выкладываем на сайт. Теперь другой вариант, и это от меня. Я лично выбираю авто из разряда дешевых. В смысле, машина должна быть дешевая и дешево ее восстанавливать. Но возникает вопрос. Посмотрел по Авито, по автору. Две поездочки были. Один в Оренбург смотался, и там меня кинули, да? А потом в Набережные Челны смотался и не увидел результат. Здесь ваша машина в каком состоянии? Наши машины, ну, в хорошем состоянии. То есть мы проверим ее полностью. То есть проверим по всем показателям. Прокатимся, посмотрим. То есть эта машина будет для вас очень удобная. То есть предоставим кредит вам на месте. Все сделаем так, чтобы вам было удобно. Про кредит вообще здорово, да? Про кредит вообще очень здорово. То есть без первоначального взноса приходите, паспорт, водительское удостоверение. В течение часа мы вам предоставим кредит, который будет вам удобен. То есть в течение 2-5 лет вы его выплатите и будете ездить. И очень даже удобно. То есть понятен вопрос, где брать. Чистые нормальные машины только через администрацию. И это правило. Хочешь ехать нормально, заплати и проверься. И мы вам в прошлом сюжете это и описали, и продемонстрировали. Ну а прошлый сюжет в интернете. И вот она, радость-то моя.
монтирую для эфира, а затем вы смотрите в интернете. И то, что находится за моей спиной, замечательная Deo Nexia. У нее пробег 2 года всего она в эксплуатации. Представляете, 2012 год, сегодня 2014 год. Вот. И цена такая, 240 тысяч рублей. Есть другой вариант. Это то, для чего бы я пришел сюда. Я люблю машины восстанавливать. Toyota Chaser. Конечно, я бы хотел подешевле ее купить, но это мы попозже переговорим. Вот. Но тем не менее, любые машины для любого кошелька. А есть еще и отечественные машинки. Так те вообще копейки стоят.